Астраханские борцы по бразильскому джиу-джитсу готовы участвовать в первенстве России в ноябре. Секция открылась 3 года назад, но у воспитанников Станислава Артамонова уже есть призовые места на нескольких турнирах и первенствах страны. На одной из таких тренировок юных спортсменов побывала наш корреспондент. Все понятно. 3 тренировки в неделю, дополнительная в субботу. Это самая средняя секция по бразильскому джиу-джитсу. Всего у тренера Станислава Артамонова их 3, самым старшим по 17 лет, младшим по 5. В городе этот вид борьбы появился совсем недавно, 3 года назад. Мне всегда было интересно что-то новое узнать. И что существует такого, чего я еще как бы не слышал, не видел. Да? И спустя 3 года назад я познакомился с техническим директором уровнем высокого класса мастера Алексея Белоконенко. Он имеет 5-й дан по джиу-джитсу. По словам тренера, джиу-джитсу опирается не на грубую силу, а на сноровку и ловкость. Минимальные усилия здесь применяются для достижения максимального эффекта. Этот принцип позволяет любому человеку, вне зависимости от его физической формы, контролировать и использовать свою энергию с наибольшей эффективностью. Многие из воспитанников Станислава Артамонова пришли в джиу-джитсу из других видов боевых искусств. Пятиклассник Владимир Дулепов, например, пришел из киокусинкай в сентябре этого года. За это время неплохо себя зарекомендовал. Спортивные амбиции у Вовы большие. Для этого он прилагает массу усилий, не пропускает ни одну тренировку, а по утрам встает в 6 часов, бегает по 20 кругов. Чемпионом мира хочу стать. По джиу-джитсу? Да. Я раньше занималась каратэ, киокусинкай, но мне потом не понравились тренера. Я участвую на соревнованиях. Я занял 3-е место. А вот когда пришел на джиу-джитсу, я занимался 3 недели, и меня позвали на соревнования. Завоевал серебро. Наши спортсмены уже заявились на всероссийские турниры. Впереди их ожидает первенство России в Москве в ноябре. Егор Грошев будет представлять Астрахань в своей возрастной категории. Вначале, когда я первый раз у меня были соревнования, я заработал 2 третьих места. Потом уже начались 2-е места и 1-е. А пока ребята готовятся к соревнованиям и тренируются по 4 дня в неделю, изучая основные 5 приемов бразильского джиу-джитсу. Жанна Алиева, Тимофей Кухарчук, Новости 24, Астрахань.